Идем дальше. Позавчера был дождь. Вчера был дождь. Но на улице по-прежнему жарко. И с нас течет вода. А мы только начали маршрут. Но жарко. Надо было посмотреть, как мы на эту пропасть. Но у меня время есть, когда мы вообще вышли. Ну хорошо, сколько мы? 10 минут идем? Сейчас посмотрим время. Сейчас 11:32. Ну, можно считать, что мы в 11:20 начали. Посмотрим, сколько времени он займет. Да. Она видна самый верх. Давай. Фух, дышать тяжело. Как-никак, сколько сейчас плюс-то? 30? В общем, мы уже взмокли. Наверху вообще, наверное, просто все выжимать можно будет, я думаю. Или уже минут через 10 еще, и выжимать уже можно будет. А вон уже обезьяны появляются на нашем пути. Не всегда добрые соседи, скажем так. Мы для них, наверное. Но они бывают часто агрессивные. В отличие от тонкотелых черных обезьянок. Ну, посмотрим. Ну что, идем дальше? Ага. Кстати, здесь водопровод проведен туда наверх. Вон там журчит водичка. Идем дальше. Так, стрелочка. Главное в путь взять побольше воды, ага. Что сделала моя жена. В итоге мы взяли все-таки либо 3 литра, либо 3,4, если они по 0,6 или по пол. 3 литра и еды взяли еще. Рюкзачок тяжеленький. Пока она тащит, я снимаю. Потом придется меняться. Thank you.
Я, наверное, с тебя рюкзак сниму, и ты воспаришь сразу над ступеньками. Отдых.